С ремонтом бесхозного колодца рядом с кировским домом ребенка тоже никто не торопится. Уже месяц из него хлещет холодная вода. Реки текут прямо во двор детского учреждения. Власти обещали решить эту проблему еще 3 недели назад. Несмотря на это, дети все еще перепрыгивают лужи, не могут свободно гулять по территории. Вода уже перешла на другие участки к домам соседей. Только вот разобраться в том, кто же будет устранять аварию, власти не могут до сих пор. Ни сотрудники кировских коммунальных систем, ни руководство городской теплоснабжающей компании проблему решить не спешат, ссылаясь на то, что колодец не принадлежит ни тем, ни другим.